Уважаемые виновники сегодняшнего торжества, я искренне благодарю вас за то, что вы с честью выполняете свой долг, самоотверженно служите Родине. Поздравляю вас с присвоением нового воинского звания перед лицом руководства всего силового блока. Должен сказать, когда события в России происходили, я об этом опять ниже скажу, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых телеграм-каналах не вякнул. Вашей приоритетной задачей, а также всех людей... Все вооруженные силы, не только армии, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность. Целая бригада готова была к переброске в Российскую Федерацию при необходимости. Одновременно продолжается возведение стен различного... Через ФСБ и наш комитет госбезопасности я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. Я спрошу, где он? В Ростове. Я говорю: хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться. Занят прилично этими вопросами. В 11 часов надо же, чтобы было эти телефоны найти. Говорю: как с ним связаться? Дай телефон. Он говорит: скорее всего, ФСБ есть телефон. Хочет связаться? Пожалуйста. Договорились с полком России. Конечно, и нас направили. Вот сейчас много разговоров и болтовни. Вагнер, Вагнер, Вагнер. Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры, как мы с тобой рассуждали, приедут к нам и помогут нам. Опыт их. Опыт. Ну, слушай, это на передовой. Штурмовые отряды расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин последний раз сказал, что контрбатарейная борьба. Да. Это, говорит, без этого невозможно. Беспилотники, они через это прошли. Они расскажут про оружие. Какое хорошо работало, какое нет. Командиры частей. То есть вот мы будем с ними встречаться, надо попросить настоятельно, пока они, может быть, не удел, чтобы нам командиры встретились с нашими командирами на полигонах, показали, рассказали и тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Собирали и даже в руководстве пару... Указания мгновенно и...